На фестивале «Белые ночи» много загадочных и интересных мест, одним из которых является город мастеров, где шаманит Михаил Павлов, народный мастер Прикамья. Любой мастер, увлеченный своей работой, он совершает обряд, и поэтому вещи, сделанные им, приобретают особенные свойства. Каждый может загадать желание и попросить у мастера оберег со специальными знаками. Участвуют двое. Тот, кто делает, и тот, кому делают. Тот, кому делают, загадывает желание, а тот, кто делает, выполняет этот обряд, сопровождая его определенным заговором и записывая на бересте некую информацию при помощи сакральных знаков. И этот предмет становится личностным. Способность видеть особенное в том, что кажется обычным другим, одна из основных черт творческой натуры человека. Репортаж подготовили Евгения Перебаскина, Павел Факеев, студия BR-фильм.